Я знал, что сейчас он это сделает, но, блин, меня Даш не откатил до конца. А, мы можем его заспамить просто, да? А, лол. Вообще. Вот это подстава. Серьезно? Всем привет и добро пожаловать в Hades на канал Риоми. Я очень давно не играл в эту игру, ну, 11 января. Ну, я 2 минуты зашел проверить, просто вспомнить управление, как че куда. Я только вчера приехал, поэтому, начиная с 6 серии, это, собственно, моменты, когда я уже после того, как я приехал. Ну так, хотя до этого я сейчас записывал Айзека, я заметил такой момент, что у нас какой-то... Я, во-первых, и так собирался мечом поиграть, но нам пишут какой-то при экипировке, мы получаем какой-то бонус, то есть 10% этих темных мы будем подбирать. За счет чего этот бонус открылся, я не совсем понял. Такс. Так, мы можем здесь что-то прокачать. Я уже, честно говоря, забыл, что это что дает. Я понял, что, по-моему... Так, вот это по-любому хорошая штука. А, здесь есть максимальный уровень, то есть все, это мы уже не прокачаем, ну ладно. Собственно, деньги закончились. Бамс. До этого я записывал Айзека. Собственно, в первой серии Айзека я немножко рассказал. Ну, в 13-й, которая будет. Немножко рассказал о том, как я приехал. Ну, как, совсем чуть-чуть. Просто о том, что я приехал, и все, собственно. Хотя первая серия, собственно, после приезда из новых, выйдет именно по Hades. По этой игре. Так, возможно, я сейчас буду тупить, потому что мне надо что-то вспомнить, наверное. Так, я читал комментарии. Я, конечно, не мог их учитывать сразу, потому что, собственно, все видео были записаны заранее. Боги дают разные, во-первых, типы бонусов. И, блин, запомнить бы вот все вот это вот, какой из бонусов для какого оружия лучше идет. Your attack a single chop that deals 400% damage. Press or hold to use your main weapon. Это для обычной атаки, я так понимаю, да? Твоя атака быстрее, quicker. Thought you no longer trust. Что это значит? Your special makes your attack deals critical damage for 4 seconds. Окей, вот это возьмем и все. Ух ты. Я понял. Наша стартовая атака теперь стала очень неудобной, я так понимаю, да? Но при этом дамажит очень сильно, реально очень сильно. Смотрите. По 80, ё-моё. 80 единиц урона, Карл. Мы дамажим как со скилла, наверное, теперь. Тихо, стоять. Как на ворот? На пробел? Я все помню. И черепки. Я помню, как с вами разбираться. Заметь одно удовольствие. Что мы теперь атакуем даже сильнее, чем наш скилл. Ох, 104. Это в спину была атака, да? Да, видите, у нас теперь мы получаем больше. Мы должны были получить 10, а получили 10 плюс 1, 11. Как раз 10%. Хорошо, мы так за спиной телепортировались вовремя. Во, я придумал, как эти огоньки мочить. То есть они стреляют не моментально туда, где мы находимся. Они сначала прицеливаются, и там есть какое-то время, чтобы мы отбежали. Вот сейчас он пальнет. Мы можем за спину так к нему заскакивать, и все, не будет никаких проблем. Что это? E-accept. Что это такое? Это бог какой-то, да? Оценка. Походу, да. Я не могу запомнить всех их, что из них кто дает. Мне нужен какой-то, не знаю, гайдайк, что ли, я не знаю. Либо какой-то, либо больше опыта просто по этой игре, потому что я играю не так много. Даже первого босса еще не убивал. Либо чтобы она стала на русском. Твой даш слайти словер, твой даш медленнее, но какой-то дамаг дает и может отразить что-то там. Окей, понятно, я не хочу. Куда его еще замедлять, он и так медленный. Твоя атака сильнее и может отразить что-то там. Но атака, кстати говоря, мне нужна. Твоя специальная атака сильнее, так, так возьму. Меня больше интересует наша вот эта штука. Ключик. Давайте за ключом пойдем. Я не знаю, что он полезнее, кстати говоря, вот мне так кажется, что мы... Раз мы уже один из навыков прокачали на максимум, мне кажется, что мы достаточно быстро можем прокачать все на максимум. И нам потом качать будет некуда это. Такая проблема у меня была, по-моему, в Данжетрисе, да.
Вы посмотрите на наш урон. 112, 146, автоатака. Слушайте, все. Та штука поменяла нашу атаку, но сделала нашу атаку в 4 раза сильнее, 400% дамага. Мы просто ей сейчас спамить будем весь забег, я так чувствую. Так, я помню, что здесь можно было монетки выкапывать как-то из... Просто предметов каких-то они выпадали. Упс, тихо. Нам здоровья бы побольше. Знаете что, я так понял, сейчас... У нас будут конкретные прям проблемы с боссом. Вы понимаете, что этот босс ближними атаками бьется хреново в моих руках? Нет, тихо. Подрывники поехали. Тихо. Нет, нет, нет. Так, взрывайся сам, да. Вот подрывников, конечно, мочить неудобно. Тем более, что у нас скилл, так сказать, слабенький. Да. Один скилл, как почти три атаки. Ой, три скилла, как почти одна атака идет обычная. Конечно, это не потому, что скилл как-то слабее стал, потому что атака у нас просто ладовая. 75 монет еще. У меня стартовый бонус стоит, да. Плюс 200 монет, мы с ними начинаем. Куда их девать, хрен его знает. Папа, отлично. Вот тут снимем без проблем. Просто массово вот эта штука использовать прям приятно. Да, отражать от зверя выстрелом мне теперь нечем. Раз уж не знаю, вот этот скилл, он отражает выстрел или нет. Проверить бы как-то, но как-то не хочется проверять это и быть целью экспериментов, так сказать. Потому что здоровье тут регает все-таки так себе. Хотя мы сейчас регать будем по 3 здоровья при переходе в каждую комнату. По-моему, неплохо. О, это, по-моему, Афродиты, да, будет сейчас бонус там. Ой, нет. Сейчас комната, которая у меня, как правило, лагает вначале, да? И это причем большие. Охренеть, дамаг. Ну, смотрите, сколько здоровья мы им относительно их... О, а эти штуки можно отражать, что ли? Или мне что-то показалось? Относительно их хп, сколько мы наносим урона. Нет. Втыкали. Бывает. Тихо. О, у нас двойной этот самый стал. Это из-за того, что... А, все-таки, наверное, мы какой-то навык прокачали. Я помню, у нас было... Был двойной даш, только я не понял, за счет чего он тогда. Наверное, мы все-таки какой-то скилл прокачали у зеркала нашего, который нам дает более сильный ворот. Правда, я не помню, что я прокачал. Тихо. Пропустил. Я знал, что сейчас он это сделает, но, блин, меня даш не откатил до конца. А, мы можем его заспамить просто, да? А, лол. Вообще. Вот это подстава. Серьезно? Я его убил, он мне после смерти предсмертный вопль, блин, на 36 дамага. Или сколько он нам нанес? А, все редкое. Твоя специальная атака дамажит что-то там и включает Force Weak. Твой каст что-то там стреляет на какую-то среднюю дистанцию. 6 шардов. Короче, скорее всего, вот это возьму. Она, по-моему, меняет нашу магию, я так понимаю, да? Ее дашь, это с дашем опять. Так, смотрим теперь, что... А, я помню, да-да-да. Да, да-да-да-да, я, по-моему, в одной из первых серий подбирал эту штуку, во второй, если не ошибаюсь, когда первый раз с боссом встретились. Она, так понимаю, в 6 раз больше урона наносит, 6 пуль каких-то идет, да? Но она ближнебойная. Так, мне что-то провисло или меня... Нет, да, все-таки провисает. До сих пор вот какие-то непонятные такие пролагивания. Может, когда мы первый раз ту комнату встречаем или что-то вроде того. Не знаю, до сих пор я не понимаю, откуда это работает, как это делается. Ну, не похоже, серьезно, не похоже, что это работает именно. Лагает у меня из-за записи. Я все-таки думаю, что это с игрой что-то еще не до конца. Я вижу... Ой, у нас здоровья же нету. Что-то я такой смелый. А мы сейчас умрем, типа. Ничего так. Мы тут взяли магию, которая сблизи бьет сильно. Знаете, честно говоря, как-то она не шип... А, она взрывается? Стоп. Смотрим. Нет, походу меня плющит, да? Я подумал, что она взрывается. Мне как раз на босса нужен дальнебойный, а я даже наш скилл на ближнебойный потратил. Мне писали, что есть усиление. Я подбирал, по-моему, с луком. Которое дает урон со временем. Наносит какой-то типа взрыв со временем. Знаете что? I can still fight. И что это хорошо работает с луком, но, по-моему, это не оно. И вот этот сундук, я не буду его открывать, потому что я помню, что несколько раз я его открывал, ни к чему хорошему это не приводило. Мы получали какое-то кипишное количество монет, при этом почти умирали. А у нас работала воскрешалка, значит, нас уже один раз спасли от смерти.
тихо. Плохо дело. Ой, с этими лазерами я до сих пор мучаюсь. Урон у нас большой, но здоровье еще есть. Надо реген где-то искать быстрее вообще. Оббегаем просто его и все. Ну а что это там? Я не дал дамага. Да. Именно вот так он нам не нанес урона, главное вот это. Звук прикольный. Как он лупанул, так вообще сейчас все разлетится. Тут баночка какая-то. Тут денежки. Магазин. О, хорошо, что я его заметил. Так, смотрим, что у нас тут есть. А, 3 чембер, 1 энкаунтер. Рекард 15% хп, when you enter each chamber. Что такое? 15% хп. Когда мы входим в следующую комнату, я так понимаю, да? Нормально, нарекает. A blood gate, какой-то кровавые врата. Гарантированно спавнится в следующей комнате, если это возможно, я так понимаю, да? Окей. Move 22% faster than unusual. Короче, передвижение какое-то ускоренное, когда оно что-то там. Топовые переводы. Только у меня, да. Вот нас на регнуло 14 хп. А вот краски, да-да-да. Я так понимаю, это Gates. ХПшечка, бутерброд. Мы все берем или нет? Нет, мы не все берем. Мы берем только похавать. И ХПшечка. Неплохо так мы набрали. Почему бы нет? Гранат. Усилим какую-то из наших способностей, возможно, если нам дадут. А, это халявность. Так, смотрим. Cast damage, либо же attack stronger and can deflect. Давайте вот это. Нашу атаку еще усилили. А, здесь самый алтарь был. Возможно, это и есть кровавый что-то там гейт. Или же предыдущая комната считалась ей. Не совсем я понял. У нас есть выбор. Так, давайте вот этот амбр. Как мне написали в комментариях, по-моему, это называлось абразив или амброзив. Что такое? О-о-о-о! Не-не-не-не-не. С ним их будет неприятно бить. Ну как, бить приятно? Уворачиваться от них не очень. No, я его сваншотил или мне показалось? Тихо. Неудобная локация из... Вау, 166 дамага. Слушайте, у нас, по-моему, по ДПСу это самый сильный забег, наверное. Потому что нашу стартовую атаку заменили на какую-то адскую рубилову просто. Мы наносим дьявольский какой-то дамаг. Как же ее неудобно использовать. Так что слишком, как бы, да. Мне нравится, что я подобрал ее. Очень сильная штука, по-моему, да. Но все-таки это с боссом, я не представляю, что нам делать. Мы будем наносить большой урон. Но с выживаемостью будут явные проблемы. Давайте там, за гранату. Мне монетки пока не нужны. Я не думаю, что мы встретим еще один магазин. Я помню эту комнату. В прошлый раз, первый раз, когда я ее встретил, она была какая-то отвратительная. Нет. Нет, нет. Тихо, умирать. Вам сказали умирать. Тебе, кристалл. Я попаду сегодня в него или нет? Так, еще волшебники. Волшебников стараемся вынести сразу, пока они не додумались у нас выстрелить. Кристаллы тоже. Ну, чё они такие толстые? Он с одного выстрела, не, с одного удара не умер. Тихо, нет. А, блин. Прям в него, прям в него дашнулся. Ты сколько там навалил своих этих самых? Плюх. Еще улучшаем. Что мы улучшаем? Еще вот это, да? Да, наверное. Мы все равно магию на нашу наку особо не юзаем. Может, это зря, может, она хорошая, но как-то мне пока что наша стартовая атака кажется гораздо прикольнее, что ли. Так, тихо. Никакого подвоха не будет, серьезно? Эта комната выглядела как что-то... Что-то напрягающее меня. Сейчас будет босс, да? Босс? Да. А, Мегера, да? Мегера за Фьюри. Смотрите, а в этот раз она не пролагнула. И музычка. Да, вот эта музыка, блин. Будем стараться его как-то вот так бить после ее атаки. Ай, тихо. Охрененный у нас скилл, вообще им попасть не могу. Нет, это смерть. Этот забег, это просто... Он очень крутой, но против босса я не знаю, что нам делать.
Рада, что так делать, может быть. Говорю, не знаю, что делать, и делаю, в принципе, достаточно неплохо. Тихо. Она после своей этой мега-атаки, она обычно атакует быстрой атакой, да. Я очень меткий. Тихо. Слушайте, а я, кажется, начинаю понимать ее модель атаки, как с ней бороться. Вот сейчас она сделает свою мега-атаку, да. После этого она сразу, да, сразу у нас быстренько так, да-да-да. Тихо, что она делает? Что она делает? Мне это не нравится. Надо этого мага убить. Если бы здесь не было хотя бы мобов, у нас реально были бы шансы. Нет! Нет! Что за... Что с этим делать? Она просто атака, которую она начинает делать, и со временем ее прекращает, да? Ее не надо прерывать. Так, сейчас она опять свою плюху даст. Давай, делай. Молодец. Видите, я уже предсказываю ее атаки. Так, от этого уворачиваемся как-нибудь вот так. О, меня все напрягает, что мне кажется, что мы наш даш не успеет перезарядиться. Ударили. Неплохо. Тихо. Вот она. Сейчас она прыгнет. Нет, она использует сухрень эту. Пропустили. Еще пропустили. Мобов убить. Блин, вот я сейчас немножечко меньше комментирую, потому что я очень сильно сосредоточен. Нет. А удар нашего кулдаун гораздо меньше, чем мне казалось, поэтому можно было бы не париться по этому поводу так сильно. А вот мы, кажется, дефлектнули атаку как раз таки. Вот что значит дефлект или как? Это выстрел, когда мы отразили. Либо мне показалось, что там такое написали. Можно успевать даже две атаки сделать, по сути. Так, сейчас она опять начнет? Нет. Что-то другое, да. Вот, начала она опять призывать здесь. Свои. Так, вынести мага надо. Раз, маг. Так, что это такое? Что это такое? Она... Ё-моё, какой адский с ней бой, а? Мне не нравится, что там творится. Во-первых, там очень много мобов, из-за этого меня может пролагать сейчас опять. Вроде... Нехорошо получилось. Слушайте, этот босс гораздо сложнее, чем мне казалось изначально. Не знаю, блин, что такие сложные здесь боссы-то, а? Это первый босс только, я правда не знаю, здесь есть... Наверняка есть еще боссы. А я с первым так мучаюсь. Какая здесь тактика? Надо убивать врагов или как? Нет смысла их особого трогать. Наверное, все-таки есть смысл. Не знаю. Она, по-моему, сразу же новых она не призывает. Да, наш навык немножко бесполезен. Все же пытаюсь его как-то использовать. Она опять призвала эту кучу хрени. Мне казалось сейчас, что у нас пролагивало. Я не уверен, это на видео будет или нет. Если этого на видео не будет, тогда нормально. Мне это не особо мешает, честно говоря, потому что я... Раньше я привыкал с лагами играть. Надеюсь, там не сильно. ХЗ. Именно в плане FPS. Когда так много... Какой-то дичи на... Это кто такой? Это кто такой? Его, по-моему, раньше здесь не было. Я хочу подарок дать. Абразиву эту. Вот, я хотел тебе дать, тебя здесь нету, ладно. Дадим кому-нибудь другому. Так, на какую-то кнопочку, на джип, по-моему, да? Забери. Нет, не на джип. На какую клавишу давать подарки? А, это как раз медузы есть. Куда? Куда она ушла? Ты падла. У меня есть один абразив, да? По-моему, его давать на клавишу G ведь. Да-да-да, здесь же двери какие-то еще есть, непонятные для меня. Locked. Закрыто. Я могу тебе дать подарок? Не могу. Не хочешь, не дам. Здесь же еще кто-то был, по-моему. Куда все NPC, куда они деваются туда-сюда? То они есть, то их нету. G, на C, на F, на Z. Так, управление. Дать подарок где-то. Gift, J.
Я же нажимаю. Вот, G. Не хочет. Оп. А он забрал. Как это работает? Вот Церберус забирает подарки, правда ничего не дает взамен уже второй раз. Скотина такая. Сожрал весь Чаппи и не дал ничего взамен. Так, тихо, здесь кто-то появился. И это меня глючит. А, это какие-то... Это обычные эти самые, да. Ладно. Окей. Мы набрали немножко кристаллов, правда нам их... Нет, хватает на что-то прокачать. Damage money dash. А, когда мы дашимся, а потом атакуем, так понимаю, да? Ладно, пусть будет. Я так и не понял, чем мы еще можем в кровати найти в нашей комнате, потому что мне написали там, типа, можно поискать. Больше внимания уделить нашей комнате, возможно, это имелось в виду про кровать, но я не понимаю, что нам тут делать с ней. Я больше здесь ничего не вижу, что-то. Рест, он мне не хочет рест отдыхать. И все. А что еще? Мы нарастаем наш бонус с 200 монет. Так, и давайте, наверное, с копьем. Почему нет? За век 20 минут просто не хочется. Мне 20 минут многовато, ой, маловато. Вот 25 шикарно было бы. Ну, раз уж маловато, так ладно, ничего сделаем. Забег, тем более, что я хочу поиграть. Будет долго оно у меня. Рендерится, ну хрен с ним. Афродита. Первый же бонус. Специальная атака наносит больше урона и что-то там вик. Это мы уже читали, да? Слово вик я не помню, так это я не хочу, мне он не понравилось. Твой dash start and end. Чё? Наносит урон, когда начинается, когда заканчивается. Давайте посмотрим, как будет работать. А, я понял, да. Примерно так работает, как написано. Удивительно, не правда ли? Так, с копьем надо вспомнить, как я там играл. Да, да, вот так можно делать. И эта штука мне, по-моему, нравилась. Будем надеяться, что я очень быстро сольюсь. О, кстати, я только сейчас заметил, что у меня в бандикаме написано, что сколько веса занимает видео на данный момент. Сейчас оно пишет 8,8 гигабайт. Типа, не получили урона. На диске свободно еще больше, чем терабайт. Хотя, странно как-то. Мне казалось, там должно быть больше. У меня на моноблоке всего памяти 2 терабайта. Там, правда, 500 гигабайт сейчас на диск C уделено. Ну вот что я говорю, уже, смотрите, вот буквально сколько времени прошло, да? Видео весит уже 9 гигабайт. Понимаете, да, сколько видео весит, в принципе, сами по себе. Опа. Я пробовал фрапсом записывать сначала. Фрапсом, мне казалось, он меньше ресурсов жрет, что ли. Ну, в принципе, вроде как так, он... Что-то вроде того, что он не сжимает видео на ходу. Что-то в этом духе. Но почему-то у меня с ним наоборот провисало. Когда я даже Айзека снимал. Там как будто бы... Как будто бы... Не то, что FPS меньше становится, как будто все чутка медленнее происходит. Вот так. Твоя атака deals more damage and knocks void the way. Вау. Она больше наносит урон и отталкивает врагов? Серьезно? Это мне интересно. Ух ты. Действительно, походу. И у Фрапса видео весит гораздо больше. Там одно видео, наверное, 50 гигабайт может весить такое. Серьезно отталкивает, слушайте, вау, и урон у нас неплохой такой. Смотрите, мы спамим так, и в принципе нормально идем, только рада, что неудобно то, что когда мы начинаем спамить и прерывать атаку врага, он постоянно отталкивается, нам надо подходить к нему. Это может сыграть некоторую злую шутку. Нет, слушайте, пока что опять уверенно идем. Так, гранат, нет, слушайте, хпшечку, хп мне пока нужнее. Хотя гранат было бы интересно тоже. Лучше наш скилл какой-нибудь. О, вот с магами отталкивание нифига не полезная штука. Мне бы их наоборот притягивать. А, смотрите, какая комба. Опа. А, в общем, что, когда мы используем эту штуку и делаем даш, мы же как бы телепортируемся, потом ее наносим. А теперь с нашим улучшенным дашем мы еще и урон наносим из точки, куда мы вышли, в точку, куда пришли, дополнительный урон. Поэтому это неплохо взаимодействует. Хм, интересно может быть получиться. Оп, магазинчик. Денег немного. А, 200 монет же, да-да-да, они же переносятся максимально 200 монет с предыдущего забега. Нам не дают, они переносятся ему. Давайте молот. Хуже не будет. Your special deals 500% damage to armor. На Q. Твоя специальная атака быстрее и копье... Что-то там obstacles. Bounces of old. Off obstacles. Ох, какой, блин. Off. Your spin attack charges much faster. Это интересно.
А на ку у меня что, кстати? Я не помню. А, по-моему, мы кидаем его. Да, это бесполезно. Давайте пусть будет вот это. А, стоп, это есть же, да? А, нет, стоп. Да, все-таки я не ошибся. Это вот это. Вот эта штука у нас усилилась. А, или нет? Специал. Я запутался. Ё-моё. Почему так сложно? Все, пойдемте дальше. Что-то мы купили, что-то улучшили. Хрен с ним. И так сойдет. Оп. Вот, собственно, те чувки. Ух ты, смотрите. У этого, а у Афродиты такой бонус, да, смотрите. Видите, на них розовая штучка появляется, она наносит им урон или нет? Вот так их будем бить, и все, и норм. Хотя можно и дальняя атака, в принципе. Все, она неплохо дамажит, по-моему. Вполне себе так. Тихо, отойдите от меня. Ой, стоп, мы можем спамить. Есть же возможность, да? Ну так, отталкивать просто от себя. Нет, главное не получать урона лишнего. Ай-ай-ай. Слушайте, они, мне показалось, смотрите, эти наносят 14 урона. По-моему, те предыдущие наносили только 12 своими взрывами. Если это так, то как-то странно. Они не всегда отталкиваются, да? А, тихо. Хватит, надо прыгать. Кстати, я говорил в одной из серий, что здесь, скорее всего, есть какая-то самонаводка. Я предполагал, что она может быть на Shift, как и в игре Бастион. Плюс мне писали в комментариях, что она должна быть. И, по-моему, она здесь есть. Только я додумался ее использовать только сейчас. Ее каст is bigger and stronger and can deflect. Это каст, этот, который... А, блин, на эту клавишу. Сколько урона? 50 было? Станет 191? Серьезно? Вау! Вау! Я очень не хочу умирать теперь. Я хочу с этим скиллом побегать. Мне он очень нравится. Вау. Он еще ускоряется как-то странно так. Я не понял. Так, стоять, смотрите. Shift нажимаю? Нет. Не работает само наведение. Значит, не на Shift оно. Значит, я там просто сам наводил и думал, что это само наведение. Отлично играю. Ух ты, оно еще отталкивает выстрелы. Фига, вот этот наш навык. Так, теперь наши красные штучки надо найти где-то. Вот, раз. Так, вот тебя убьем. Втыкали дамаг. Где еще одна? Вот она, да? Все, это последняя. Тихо, уйди от меня. Улетело. Тихо. Сколько у него здоровья, а? Какие-нибудь толстые. Так, клавиша больше не работает после того, как мы прошли уровень. Так, теперь, а твоя атака больше дамага и атака от врагов. Это у нас уже было, это улучшение, да. А, это же граната, он все улучшает, да. Можно еще каст проулучшать. Давайте попробуем. Будем играть от каста. Ух ты, а это что? Enter 12 хп. А, да-да-да, я помню, что. Плюс мы еще 3 восстановим при приходе в следующую комнату и при выходе тоже. Плюс что-то подберем. Поэтому, в принципе, за 6 здоровья мы подбираем камушки фиолетовые. 20 штук. Ну ладно, нормально, чё, почему бы нет. Gotta focus. СМС-ка пришла от Билайна. Опять какие-то вам скидки. Вот я у мамы спрашивал, почему она не любит Билайна один раз. Кто она там говорила об этом. У меня сейчас Билайн стоит, потому что я у него нашел тариф, который типа там... Не надо как-то без... Как-то абонентские платы, да, когда ты каждый месяц тебе приходится платить за что-то. А вот это терпеть не могу, потому что я телефоном пользуюсь очень мало. Мне нафиг не надо, чтобы он у меня без конца деньги жрал. Я у Билайна нашел как раз такой тариф, где можно... Просто позвонил, заплатил тогда. А так оно само по себе никуда не уходит. Теперь я понял, за что Билайн некоторые не любят. Он сам по себе иногда функции подключает. У меня было такое, что он мне подключил какую-то функцию, 100 смс в день за сколько-то там денег. И сразу снял деньги за эту функцию, там, за день. Это, конечно, мелочь, но все-таки я мог это не заметить, и что-нибудь такое, у меня была бы эта функция. Он не предлагает подключить функцию, он ее подключает и предлагает отменить в случае чего. И, по-моему, это очень как-то такой хитрожопый вход. Мне вот это совершенно не понравилось, если честно. Сейчас он опять какой-то смс прислал, и вот... Пусть Билайн молится, что он там прислал мне, это не очередная подключенная функция. Тихо. Как-то я там проворачивался как-то очень... непонятным образом.
да? Блин, я думал, я его убил, а мы в итоге умерли. И воспользовались нашей воскрешалкой, которая восстановила 22-й после смерти первой. Тихо. Да, эта комната как-то ужасно идет. Я забыл про наш шарик. Он же ваншотить их будет. Я его сразу подбирать смогу. Он еще, по-моему, взрывается немножечко, да? Пусть он отражает все, да? Надо не забывать про нашу магию. Она же, мы же на нее упор сделали. А то сделал упор и забыл, как, что ей надо пользоваться. Ай, хреново. Хреново идем, плохая комната. Плохая комната. Плохой день, как говорил Джеки Чан, да, в мультике. Тихо. Так, я подумал, что мы типа потеряли наше копье. Вот так, например. Очень меткий выстрел. Сюда куда-нибудь. Я попаду в тебя когда-нибудь или нет? Самонаведение, я не понимаю, на какую клавишу. В управлении я его тоже не нашел. В принципе, если его нет, я не сильно расстроюсь. Я сильно расстроюсь, если оно есть, а я о нем не знаю. Вот это будет обидно. Уже 12 гигабайт видео весит. Чтобы вы знали. Ах ты ж, падла. Я не специально, честно. Ух, вот против них вот этот шарик. Тихо, у нас шарики закончились. Нет. Здоровье на один выстрел. Против них эти шарики топово играют, потому что они отражают все выстрелы. Тихо. Что с дубинкой, чел? Пожалуйста, один шарик дайте мне где-нибудь подобрать. Нет. Я уже думал, что сейчас хана будет. Нет. Пройду я эту комнату или нет? Хрен его знает. Но в этом забеге я считаю, что у нас был определенный успех. Я, правда, честно говоря, я не совсем заметил, как нам умерли от босса. Мне казалось, что у нас там больше здоровья было. Но не суть. Мы продвинулись по боссу дальше всего. Еще таких пару забегов, я, по крайней мере, понял, как его атаковать можно ближнебойными оружиями. Теперь я не буду думать, что его можно атаковать только луком нормальным. Хотя это логично, чтобы пройти игру можно с любым оружием, я думаю. Теперь я понимаю хотя бы, как босса можно атаковать, и мы плюс ему нанесли достаточно много урона. Так, только дайте мне нормальных врагов. Они что-то мудакское. Нас зажимают, надо как-то выбираться отсюда. Например, вот так. Слушайте, если бы у нас не было этого отталкивания, я думаю, что нас бы, как минимум, вон там, нас бы уже зажали. Так, а эти красные штучки, они выпадают или нет? Они сразу выпадают? Или нет? ХЗ. Потому что мы врага убиваем раньше. Найс. Найс. Согласен, хорошо. Прошли все-таки эту комнату. Я думал, мы здесь сольемся. Но чувствую, мы до босса даже не дойдем. Нет, дойдем. Мой алтарь. Слушайте, как удачно, слушайте, а. Алтарь. А, он не полностью хп регает. Лол. Я думал, он фул. В принципе, это нормально тоже. Чё это? Красненькое. Тоже, наверное, какой-то бог. Просто я такого не помню. А, и вот босс. Да, все-таки дойдем до босса, да. Арес. Или Арес. Curse of Pain. Это специальная атака. Causes foes to suffer more damage a moment later. Это, по-моему, как раз-таки та штука или нет? Которая наносит урон со временем, да? Или нет? Типа suffer это вроде как страдание или мучение, что-то такое. Больше дамага в момент после. Чё? Не понял. Твои атака и каст наносят больше дамага. Плюс 10% и касту, и дама, и атаке. Нормально. После того, как получили урон, нет. Спасибо, сразу нет. Берем просто пассивное улучшение на наши обе основные атаки. Я, правда, мало сейчас использую нашу комбинацию. Вот, собственно, наш опять босс. Два босса в одном забеге. Дважды, вернее. Две попытки. И обе, наверное, на слив. Потому что сейчас мне наша попытка кажется менее устойчивой, чем в прошлый раз. Просто снайпер, я знаю, да. И эти магии все-таки остаются внутри врага. Зато смотрите, сколько они урона наносят. Мы можем, по сути, просто ее этой магией закидывать. Ждать, когда она выпадет. Вот, подождать, когда она выпадет, а в остальное время просто бить врагов. В принципе, во врагов можно ее кидать, они же сразу выпадут из них. Тихо, магия. А, забыл про эту штуку, да. Поздно среагировал. Вот она.
Идет. Так, скидываем ее. Все, нормально. Так, по-моему, я промазал, да, последний? Определенно. И она начинает свою эту хрень делать, да? Да! Смотрите, мы раньше вообще до нее не доходили, а сейчас два раза подряд мы дошли до новой атаки ее. Но здоровье совсем не густо. Пару раз пропустить дамаг, это будет плохо. В принципе, у нас кулдаун у Даши очень такой неплохой. Я как-то на это не обращал внимания раньше. Думал, что он дольше. Так, кто у нас тут? Мимо. Просто мимо всех врагов пролетело, серьезно? Кто меня учил стрелять? Так, а третий шарик ней, да? Так, раз. Тихо. А-а-а, попался. Нехорошо получилось. У нее половина здоровья скоро будет. Я, наверное, больше половины не успею снести. Она нас убьет раньше. Хорошо, мы попали в нее. Как раз перед тем, как началась эта стадия, мы пошли в ворота. В ней только один шарик. Где два других? Раз. Два. Потому что есть шанс все-таки, знаете что? Если мы возьмем какую-то крутую очень магию, магией закинуть ее. Вот сейчас лаги появились или нет, я не знаю. Нет! Нас убил обычный враг. Окей. Вот так. Нас слили. Но забег, слушайте. Определенно есть успехи. Определенно есть успехи. Мне забег понравился. Во-первых, у нас был очень крутой скилл, который я бы хотел увидеть снова. А в первом забеге у нас была очень крутая атака. Чё ты зеваешь? Ну, крутой забег был. Чё ты тут возмущаешься еще? На, подарок тебе. Не хочешь? Тогда я песику отдам. Песик! Песик! Не берет подарок! Не берет, падла. Тогда я дам тебе подарок. О, ему надо хотя бы. Гипноз. Таня что-нибудь. Он мне ничего не открыл. Да пошли вы все, а? Знаете куда? Куда подальше? Ладно, в общем, такой получился забег у нас. С вами был Лёмин. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Можете оставлять колокольчики, я теперь буду говорить, если хотите уведомления о видео получать. Если не хотите, то не надо ставить. Я не буду требовать, как это делать многие. Видите, какой я хороший, да? Типа да. В общем, оставляйте свои комментарии. Буду благодарен за любую обратную связь. Оцените это видео. Подписывайтесь на канал. С вами был Лёмин. Так, что-то я тут намудрил опять, все перепутал местами, ну и ладно. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока.